С Нового года в России ужесточили наказание для тех, кто не любит платить алименты. Речь идет о тех, кто не то чтобы совсем оставляет своих детей без копейки, но перечисляет лишь часть положенной суммы. Роман Быков узнал подробности. По итогам минувшего года в Тверской области насчитывалось около 10 тысяч граждан, которые должны были выплачивать алименты. Именно что должны, потому как около трети старались этого не делать. Причем не всегда речь идет о полном отсутствии перечислений. Немало было тех, кто переводил своим бывшим супругам половину, а то и меньше от положенной суммы. Закон не был доработан до настоящего момента. Уголовный кодекс, они избегали ответственности. Даже если они платили, допустим, менее половины положенных текущих алиментов. Суть недоработки законодательства в том, что суды воспринимали перечисление всего лишь части алиментов как полное исполнение должником своих обязанностей. Начиная с 10 января, такого больше нет. Выплачивать придется все, вплоть до последней копейки. Уклоненцам грозит наказание по всей строгости закона. Должник будет привлечен к уголовной ответственности. И также внесены изменения в Кодекс административных правонарушений. То же самое у нас при случае, если должник не оплачивает алименты в полном, в установленном размере решения суда алименты, он будет привлечен к административной ответственности. Напомним, что под административной ответственностью подразумевается штраф в размере до 20 тысяч рублей, либо принудительной работы. Если же нарушитель закона и дальше не будет выплачивать алименты, то тогда можно оказаться и в местах не столь отдаленных, на срок до 1 года.